Старая пожарная техника – это автомобили еще 80-х годов выпуска. Уже изрядно износились, некоторые отслужили свое и требуют полной замены. Поэтому Пестовский автопарк пополнился новой рабочей машиной для тушения лесных пожаров. Характеристики те же самые, но все на современный лад. В лучшую сторону изменилась эргономика автомобиля. Да. То есть это и количество мест боевого расчета, дополнительное оборудование включено в этот автомобиль. То есть перевозка воды, 2 тонны воды, мотопомпа, насос ПН-40, то есть стационарный насос, то есть может забирать воду и из водоемов, из загрязненных, из водопровода. Пока что на деле эту рабочую лошадку не испытывали, так как автомобиль поступил, когда пожароопасный сезон уже закончился. Но буквально через месяц он вновь начнется, и тогда этой машине придется столкнуться с тушением лесных пожаров.